Во Владивостоке отметили Всероссийский день посадки леса. Его отмечают с 2011 года. Экологическую инициативу поддержало правительство Российской Федерации. В этом году акция прошла в Артеме, Спасске Дальнем, Красноармейском, Пожарском и Шкотовском районах. В этом году в столице Приморья саженцы высадили возле Фетисов-арены. На посадку новых саженцев вышли жители микрорайонов, представители общественных организаций, городской и краевой администрации, а также участие принял вице-губернатор края Александр Костенко. Посажено уже в рамках данной акции свыше 500 саженцев. Сегодня мы посадили деревья пихты цельнолистной, кедра корейского. Пихта цельнолистная является эндемиком Приморского края. Кроме Приморского края, она больше нигде не растет.